В поселке Аксюкен произошла кровавая перестрелка. Огнестрельное ранение в грудь получил мужчина, находившийся в кабине грузового ЗИЛа. Но пока его доставляли в центральную районную больницу, пострадавший скончался. Следственная оперативная группа на место выехала, сразу же установили личность потерпевшего. Также обнаружили автомашину ЗИЛ в салоне, которую изъяли в ходе следствия следы крови и сотовый телефон потерпевшего. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что к потерпевшему, жителю Карабулака, обратились некие граждане, пожелавшие купить 5 тонн отрубей. Хозяин загрузил полную машину товара и вместе с покупателями выехал для доставки груза. Когда они доехали до поселка Аксюкен, клиенты, угрожая неустановленным оружием, потребовали отдать груз, после чего потерпевший оказал активное сопротивление. Один из нападавших произвел выстрел в мужчину. Сотрудники управления криминальной полиции ДВД ЮКО совместно с Айрамским РУС задержали двоих подозреваемых в возрасте 32 и 22 лет, старший из которых ранее уже был судим за разбой. В качестве вещественного доказательства изъят обрез охотничьего ружья 12-го калибра. Возбуждено уголовное дело по статьям убийства и незаконное ношение оружия. Подозреваемые арестованы.